Ребят, всем привет! Собираемся в дорогу в Москву с кое-какой миссией. Да, на 4 дня оставим наши тренировки, качалку, турничок, уличный воркаут, бассейн. Отдохнем от этого немножко, вернемся с полными силами, надеюсь. Хотя поезд отнимет много сил. Но мы едем очень, с очень важной миссией. В мою очередь, мы едем прослушаться в ансамбль государственный военный имени Александрова. Баян придется захватить, чтобы они меня взяли на срочную службу в Москву, в свой ансамбль. Айнур едет совсем с другой специфичной миссией, о которой вы тоже скоро узнаете. Я же говорю, 11 прям под лестницей. Ты что, Айнур, ощущаешь, что куда-то собрался ехать? Да. Ну как, еще нет, мы пока не тронулись, даже не до конца еще. Каждый раз в путешествие больным отправляюсь. А? И в Казахстан в марте также, больным с температурой. Еще и в Москву. Ну вылечишься. Говоришь, что ты вылечишься. Угу. А завтра играть, тянуть баян. Ну, тяжко. Здесь нет, друг за другом вверх. На выживание. Ужаса, блин, нет, мы сдохли. Все, мы проезжаем. Спартанок не заряжаем. Этот мы с Раилем съездили в часть, потом спешим. Окей? Я здесь забыл, во время ядерных бомбардировки не возможно выжить. Глубина, а у нас метро есть, но наоборот выше. Уже есть сколько людей. Чё-то нигде блогеров не видно. Ну, ребят, всем привет! Мы добрались до Москвы наконец-то. Смоленская площадь, как вы знаете. Осталось добраться до Земледельческого переулка. Там есть концертный зал. И пройти прослушивание. Вот такой вот нелегкий путь проходим. Особенно путь метро нам показался очень тяжелым. Там действительно столпотворение. Короче, люди как зомби передвигаются. Мы зря не сняли видео. По маленьким шажкам влево-вправо раскачиваемся. Зомби. Короче, мы отправляемся дальше. Я слежу за тобой. Если ты не выполняешь цель, я приду и отшлёпаю тебя.
ребят, сегодняшняя миссия была провальной. Но зато вот пришли мы увидеть Красную площадь, Коричневую площадь. И у меня опять сел голос, короче, каверов не ждите целый месяц. Почему-то именно в марте, в эти дни у меня всегда пропадает голос. Сначала болит горло, насморк, и голос пропадает. Еле как вам сейчас снимаю. Мы решили осуществить вторжение в мавзолей Ленина. Нам нужны 5-6 здоровых ребят, чтобы вырубить охрану и чтобы мы Ленина вытащили, короче. Вы нам поможете? Я вас жду здесь. Приходите. Вы поняли. Ребят, смотрите, что-то тут Ленин написано. Кто это такой, интересно? Что-то проникнуть нам не дают. Охраняет его по полной. Айнур же хотел попасть, да, не сможет. Я дубинку сегодня с собой не взял. Надо что-то предпринять. Бэнг, бэнг, бэнг. Ну, мне вот эта часть больше нравится, как-то. Наверняка здесь зимой очень ярко, красочно. Чё? Караул. Караоке? Смена караула. Караоке кончилось. Наши друзья. Холи, холи. Ты уже заказал салика? Новый товар. Чайная. Даже если сверху, она не особо спрашивает. Куриные, отбивные. Они текут. Ребят, мы тут посовещались, посмотрели Москву и решили, что в Казани все-таки в два раза чаще встречаются красотки. То что-то мы их не увидели. Ну да, да. Но это вывод Айнура больше. Мне сегодня вообще не до попок, на самом деле. Вообще меньше болтать нас. Передаем слово Айнуру. Хочу сказать, что пошли до свидания. Пошли все в жопу. А, это, ну, естественно, я подразумеваю, когда говорю до свидания. Пойдем, поможем ей посмотреть, что там. Да. Ну, такая, на троечку с плюсом. Друзья, здесь, наверное, самое легендарное место в России. Каких событий только здесь не было. Это дает нам большой пример, чтобы мы тоже создавали большие революции в своей жизни. Что-то предпринимали. Например, лечили горло, чтобы оно больше не болело. Ну или что-то более великое, конечно. Ну как, например, русская китайская стена на 1 километр длину. Вообще этот мороженое посмотрим. Легендарное мороженое. Легендарное. Здесь его сижу. Ребята, припоминайте это место. Последний клип Ума Турман «Зависть» здесь снимался. Здесь они все ломали, гремели, бегали ночью. Дядя охранник и его возлюблен. Есть хорошие мостики для трюков Джеки Чана. Надо ему предложить здесь побывать. Хотя он бывал, я думаю. Давай, пой. Раз, два, три.
Шансон. Мои немытые зубы желтые. Меня ослепляет. Я же вампир, я сейчас расставлю. Ты же говорил, что улыбаешься искренне. Тлей, умирай. Вот, ребят, я тоже так же бегал в детстве. Теперь мы уже старые. Средний чек от 400. Здесь в основном средний чек от 700, а вот 500, 200 рублей с столичным вкус, кафе, столовым, интересно будет. Называется «Поиск животы». Сельские люди приехали. Покорять место. Но. Нам, короче, надо будет выставить. Бат, здесь начинается Арбат. Красти краб, вот он где катается. Все в образах. Но, друзья, с утра мы прибыли с вокзала прямо вот сюда, вот здание иностранных дел, что ли? Да, Министерство иностранных дел. Оказалось, мы были прямо в шаге от Арбата. А еще мы зря ездили сюда на метро, с Красной площади оказалось, тоже можешь дойти. Не так-то все далеко. Готовы, друзья? Раз, два, три. Друзья, конечная точка. Сегодня путь домой.